Всем привет, мы в Дрездене на Пражской улице. Здесь куча магазинов. Мы уже накушались, очень вкусно было. Мы были возле чего мы там? В центре города сидели. Возле ратуши. Мы были возле ратуши в кафе, который называется Барселона. Вот. Очень хорошо готовят, приятно обслуживают. Вова ел пудинг. Сами они не вписывают чаевые, можно оставлять сами. Ой. У немцев есть какой-то налог 19%. Вот магазины с тряпками. Они берут только крупные деньги. Мелочи мне оставляют. Да. Да, если у вас будет 1, 2, 5 центов, это здесь не, в кафе их брать не хотят. Независимо от того, что у вас в чеке написано вот такое. Мы пришли сюда, это сплошные магазины, это огромные, можно это делать шоппинг. Посмотрим сейчас цены, какие здесь еще есть. iPhone 6. Запутали немецких женщин и девочек. Вот такой интересный велосипед. Его уже не может, срочно нужна фотография в Инстаграм. Обязательно. Бершка. Что ж хочешь? Какие-то мексиканцы. Очки. Почем очки? 12 евро. 13 евро. 13. Боже, они даже не привязаны. Их же можно украсть. Это женские. Мы продолжаем гулять по Пражской улице. Это торговый квартал, здесь есть все, что хочешь. Вот, смотрите, немцы... Инвалиды, вот электронная коляска. А вон женщина пошла. Вот женщина пошла с такой ручной подставочкой. Сколько бы там лет не было, здесь можно жить и ходить. И радоваться жизни. Смотри, какие красивые пенсионеры. Чистые, это не толстые. Вот немецкие юные подростки, они катаются на скейтах. Скейты уже какие-то ломаные. Все белые. Да. Металл. Манго. Сейчас найдем Нью-Йоркер. Сейчас еще осталось найти Зару и все. Зара уже была, мы уже ее видели. А, да? Красиво, фонтанчик мне нравится. А вон отвеляющий, там надо жить. Классный квартал, где можно потратить очень-очень много денег. Или просто не тратить деньги, а расслабиться. Все люди с айфонами, я вижу.
Дрезден — это не только старый город, но и вполне современный, и очень даже современный. Дети идут и... Ein, zwein, ein... Не знаю, это может игра какая-то такая. Ein, zwein — это раз-два. Ну, понятное дело. Девочка носит вот рыбку. Я хожу без спроса, снимаю детей, которых снимать нельзя. Мужчина пьет себе шампанское. Я видел уже людей, которые пьют пиво. Это, понимаешь, здесь не запрещено пить алкоголь. Прямо на улице, не сидя ни в каком ни кафе, нигде. Вот что, вот ручка тыкать, да? Да, стилус. Стилус 15 евро. Это что? Флешка. Это камера какая-то? Наверное. Флешка 10 евро. Ладно, пошли. Опа. Китайские вьетнамки вот такие. Стоит 13 евро. А туфли какие-то, это кожа, не кожа? Вот такой туфель. 110 евро. 110 евро стоят вот такие туфли. Кожа, да? Это сколько? Это мне уже плохо вас. Вот, смотри, ты любишь. Ну, это кожа, ребята. Это полностью все кожа натуральная. Сколько они стоят? Сделано в Италии. Цена 75 евро. 79. Это уже со скидкой. Да, это сейчас какие-то... Сейчас распродажа, скидки вот везде. Ну, видите, по 20% скидки. Ну и кошельки, обратите внимание, вот, кошельки тоже 90% по 12 евро. Обуви, кожа, это не... Говно какое-то, да? Это нормальная, качественная обувь. Еще один Макдональдс, мы уже видим. Третий точно. Красивый фонтан. О, у них делают этот, как шаурму. В Германии не принято фонтаны кидать монетки. Мне нравится то, что отдает каким-то белым цветом, да? Или нет? Это покрашено. Покрашено? Как вот так? Дедушка мышки показывает. Вон дедушка фоткал на... Он говорит, H9. Фоткал на свой какой-то, как это называется, я не знаю. Это у него HTC. HTC? HTC, молодец. Мини-пицца за 2,90. Мы идем же до вокзалу. В Польше же тогда назывался Дворжец, как в Германии, не знаю, сейчас посмотрим. Вот пришла немецкая бабушка с внуком и собачкой. Мы идем же до вокзалу. Он электрифицирован. Там можно снимать нельзя, то мы не включим айфон. Трамваи ходят везде, на любом... Так, чтобы не переехал на трамвай. В любую точку города можно добраться на автобусе или на трамвае. Доставай айфон. Кстати, очень просторно, очень комфортно находиться везде. Вон тоже автомат такие покупки билетов, чешу. Клеечка выглядит.
Так. Да, можно покупать тоже билеты. Язык. Закрыть. Французский, английский. Французский не знаешь, бери английский. Английский. Значит, так, я так понимаю, вот это выбрать. Это отправка Дрезден центральной. Да. Дистанция. Вот, выбираешь. Сейчас. Вот, например, есть. Берлин. Берлин хотим поехать. Берлин. Change point. Поменять не надо, дальше. Next. Сингл? Один, да, один. Сингл. Yes. Возраст свой введи. Мне, допустим, 24 года. Он что-то не так, да? А, from... Ага, этот от 15 лет, да? 24. Но принимает или не принимает? Два. Ноль. Если я просто не... Пожалуйста, введите количество пассажиров. А. У нас пассажир... Один ты едешь. Один. Детей. Никто ноль. Не едет. Дальше. Другие тоже не едут. Выбирай как... Бонус-карт. Какой картой будешь рассчитываться? Стандартная или бонусная? Не бонусная, я наличкой буду рассчитывать. Хорошо. Дальше. Класс какой. Второй, первый. Хорошо. Берем второй. Любой... Любая категория поезда. Все. Только... Хорошо, пусть так. Да. Дальше. Время. А мы вот так... Это прибытие. Time of... По-моему, так, да? Или нет? Неважно. Time of... А это на дату, типа, да? Допустим. Tomorrow. Завтра. Завтра. 26 в 6 утра. Это стоит всего-навсего 65 евро. Ну, можно за 65 поехать, можно за 40. Можно за 65. Дальше. Все, ну вот такие вот цены. Вот туда вставляете, допустим, свою... Сюда вставляете купюры, сюда карту, вводите пин-код, здесь получаете тикет.